Всем привет, с вами Спектр Эрик, и мы продолжаем проходить Final Fantasy VII Remake. Подозрительная лаборатория. Это ж отсюда вылезли те твари. Клауд вспомнил, что над ним здесь тоже производили эксперименты какие-то. Как будто бы им не следовало этого видеть. И эти призрачные сущности очень тонко и деликатно об этом намекнули. We need to get him somewhere safe. Everything else can wait until after. Agreed. Let's go. Удивительно, что Ведж умудрился пережить это все. Падение плиты, падение сюда. Ситуацию в этом подземелье. Так, а мы можем... А Клауда нету у нас в команде до сих пор. Интересно. Ладно. Тогда продолжим идти за Барретта. Так, а мы можем что-нибудь вкачать ему? Или... Здесь все стоит. А, мы можем Тифи что-то прокачать. А, смотрите-ка. Тут что-то новое подъехало. Мистические когти. Возможно, имеет смысл ее вот переодеть, чтобы она дамажила посильнее, как минимум магическими способностями. Что кто знает, вернем мы Эрит еще или не вернем. Даже если и вернем, насколько долго она с нами еще потом пробудет. Поэтому нужно прокачать все, что есть сейчас. Нет, обратно. Мы сделали и переобуться. Так, ну чуть меньше обычная атака. Нормально, вот так сделаем. Хорошо, все, можно идти. I want you to take Wedge back for me. I'm gonna look around for the others. He made it, didn't he? They could still be alive. А он же не знает про Джесси и Бигса. I saw them both at the pillar. Jesse and Biggs. Saw how bad they were hurt. I'm sorry, but... Don't. They've returned to the planet. Они вернулись внутрь планеты. Полагаю, то, за что они и боролись. Но их смерти действительно расстраивают. But
if we stop now, they'll never let us live it down. So, we carry that weight. Барт прав, нельзя останавливаться, потому что иначе их смерти были бы напрасны, они бы не позволили бы им жить спокойно. Надо доделывать то, что они начали. I'm sorry, I truly am. We had no other place to go, and I would never leave a wounded man out on the street. Elmira, I know what you said, but you have to let us go after Aerith. Not this again. We found an underground Shinra lab, where they've done human testing. This wasn't the first time, and it won't be the last. I know these people, and I know they're never gonna let Aerith go. She's the last living ancient on the planet. Think about what that means to Shinra's scientists. Especially to that son of a bitch, Hojo. We're all just numbers and meat Enough! To him. But... Please, I need some time to think. You've all had a long day. Why don't you go upstairs and get some rest? Вот хочет отправиться за Эрит, но ее мать пока что против этого. Но ей надо подумать, и она отправила их отдохнуть. Столько, насколько это возможно. Клауд спит в той же комнате, где останавливался, когда приходил Сейрит. Но, вероятно, Тифа будет находиться в ее комнате. Или нет. Мы поднялись наверх, но тут тоже ничего интересного нету. Может, нам имелось в виду, надо спуститься вниз. Эта дверь никак не реагирует на наше приближение. Ладно. Куда? Не, подожди, нам все-таки в дом надо было. В доме что-то происходит. А только где? Веран. Ну не, ну ведь, видимо, все-таки правильно шел изначально. На веранда. Или нет. Что вообще происходит? Куда? Куда нам идти? Нет, он пишет, вон внизу все-таки цель. Была наша комната. И вот здесь Барретт отдыхает, Ведж спит. Полагаю, где-то тут же и Марлин должна быть. Да, цель. Вот, оно подсвечивается, что где-то здесь, на этом уровне. Других дверей здесь
нету. Погуляем по ночному садику. С этого конца, почему бы и... Прям настоящий райский уголок. Фрукты, овощи, цветы. О, вон Тифа стоит наверху, понятно. Все, пойдемте к Тифе. Шум водопада такой успокаивающий. Наверное, здесь действительно очень приятно находиться по сравнению со всем остальным миром. Can't sleep? No. You too? I heard footsteps. Sorry. Didn't mean to wake you. I'm a light sleeper. It's a soldier thing. That flower you gave me the other night, that was from Aerith, wasn't it? Она поняла, что тот цветок был от Aerith. Ну это же правда. I knew there was something weird going on. You buying flowers? They symbolize reunion, believe it or not. I was curious, so I looked it up. I tried to keep it alive as long as I could. But now it's dead and buried. Она сожалеет, что этот цветок уничтожен под обломками. Like the bar. Our home. Как бар, дом. And everything else. И все. Все остальное. Они забрали все у нас снова. В одночасье так потерять полностью все свое имущество. Not true. Thank you. Ну а что им еще теперь остается сделать? Искать Aerith. You've done more for us than we deserve. I won't forget this. If you ever need anything, all you gotta do is holler. Happy to help out, however I can. Elmira. I've been thinking about what you said. She's calling out to me. I can feel it. We all can. So please. She's our friend. We have to help her. Mm-hmm. I always knew it was coming. Knew that one day I'd have to say goodbye to my baby girl, but not yet. Please, bring her back to me. Эльмайра дала нам свое разрешение пойти и спасти Эрит. На словах это звучит неплохо. Marlene. Are you going? I'm sorry, honey. I wish I didn't have to.
wish I could be with you all the time. I really do. But if I stay here, I can't fight out there. Some bad people are trying to hurt the planet. And Daddy and his friends are trying to stop those bad people. The slums, your friends, the whole planet. It's Daddy's job to protect it. And that's why I've got to go. You remember that nice girl who came to find you? Well, now we have to go find her. And when we bring her home, you need to say thank you, okay? Okay. That girl, she was kind of... What? Nothing. You should help her. We will. You'll come back, right? Of course, I promise. Okay. You can go. Спасибо, разрешила. Tougher than me. Alright, time to get some payback. Don't forget why we're doing this. I know. To rescue Aerith. So, how are we supposed to get topside? With everything that's happened, the trains still aren't running. Well, we could walk along the tracks. The city's on high alert. All the... Клауд. Можем тебе что-нибудь воткнуть сюда? А, ну ты и так у нас владеешь. Хил, айс и лед. Там электрическую бы сюда еще одну. И по-хорошему нам нужен этот несчастный воздушный. Только где? Счетчик шагов? Зачем? Ладно, неважно. Так, Барат умеет Шиву призывать. Тифа. Нам некого третьего поставить сюда. Правильно? Правильно. You know another way up? No, but I think I know someone who might. You mean Corneo? Ой, у нас в сторону. О, нас ждет неблизкий путь. Прямо и направо. Промахнулся с понятием прямо, ну ладно. Надо бы вообще магазин сначала навестить. Who don't care about collateral damage. The sky is falling and Avalanche is to blame. But wait! Did you know Wutai is the one funding their activities? For all their claims about fighting for the slums, they're nothing more than pawns of Wutai, puppets dancing to the tune of their foreign masters. And that's the truth. Topside news delivered straight to your ears. That'll be 5 gil. 5 gil, come on!
Damn, man. Knew we couldn't trust Wutai to leave us alone. It's the reactors. They want them, we got them. Does this mean there'll be another war? After what they've done, what choice do we have? 5 gil apiece, cough it up! The truth ain't free, you know. We ain't no damn pawns of Wutai! I couldn't care less about the rest, but that shit... No one will listen to us. There's no point in even trying. Типа права сейчас. Нет смысла пытаться кому-то что-то там доказать. Никто не будет слушать. All we can do is keep moving forward. Keep following this path we chose. Wherever, so we can say we did all we could. I know. But right now, instead of looking forward, you need to look around. Everyone here is terrified. So I'm asking you, don't. I know we're short on time, but let's try to help out wherever we can. Посмотреть, что тут у торговцев есть. Sorry, hun. Not selling any food or water. Так, у нас 3000 денег, ну, во-первых, наверное, на все сразу и вот так и закупимся. Если вдруг мы сейчас где-нибудь здесь найдем материю. О, это вот наш друг. У тебя есть воздушная материя, правда? Вот она, моя красавица. Воздушная материя. Так. А здесь... А, ну здесь только Шива. Ну, Шива мы уже победили. Я пришел с самой фасцинирующей теорией. Может, ты можешь дать мне твою ассистенцию в собирании данных, чтобы тестировать? Так. Так. Воздух мы сюда воткнули, да. Теперь, в принципе, у Клауда есть все 4 вида. У Барретта у нас здесь получается молния, лед, а у Тифы огонь и яд. Вот этот яд не очень понятная фигня. Я думаю, имеет смысл купить... Хотя яд можно оставить, можно вот эту чакру заменить. Сейчас надо что-нибудь продать. Ну вот, да, за 500 самое то продается, хорошо. А, 2000. Первая сотка, а вторая... How far could they have gone? As if life wasn't hard enough. Ладно, мы сейчас что-нибудь продадим. А, это интересная штука. Клауду... Или, не, ну вообще на Эрит эту штуку было бы неплохо нацепить. Ну нет, ладно. Что мы можем продать? Еще что-нибудь имеет смысл? Блин, нам по сути мы не можем ничего продать, вот разве что вот эту штуку.
Ну, эту штуку, наверное, хотелось бы применить на ту же Эрит. Ладно, оставим тогда с одной воздушной материей. И выбора не то чтобы много остается. Так, нет, не сюда. Сюда ж, правильно, да. Hey, you, Cloud, right? Man, am I glad I caught you. Sam, he told me who you are. Said you're a merc and a former soldier at that. Listen, I hate to ask, but we got a few runaway birds. Mind helping us find them? Poor things were so startled by that plate coming down, they just up and bolted. I'm sure they're around here somewhere, frightened and hungry. Ну, если эти птички нам попадутся, мы их найдем. Worried about them, huh? All right, I think we can help you out. Oh, thank you. When you find them, feed them this. There's three missing all told, and their names are Coco, Lolo, and Momo. They'll come on home once they got some food in their bellies. Good luck. I'm counting on y'all. Uh-huh. Оно нам надо. What a time for them to bolt when the people really need them. Такой роскошью мы понеслись вперед. Ну да ладно. Похоже, у нас не то чтобы много выбора, и надо идти искать птичек. Или нет? Не очень понятно, куда направляться. Так, нам надо попасть сюда. А мы где-то... Где мы вообще? Очень сложно. Эта карта невнятная. Ну да, мы, получается, вот отсюда мы уехали. Это мы перенеслись резко вот сюда. Ну, давайте посмотрим, что там в конце этого тоннеля будет. Благо, они нас не отпустят, пока мы с этими птичками не разберемся. И не найдем. Значит, будем искать птичек. Воздушная штука работает. Интересно. Ай-яй-яй. Еще эти твари. Like
Вот ведь она вот этих штук убивает прям с одной тычки. Аэромагия. Нет, у меня ощущение, что мы идем куда-то совсем не туда. Или туда. Ладно, будем идти. В конце концов, счетчик в сторону Корнео вроде как уменьшается. Это означает, что мы на правильном пути. О, мы теперь можем третью версию ледяной магии использовать. Ух ты. Вот это я понимаю, серьезный подход к проблеме. Ой, тут это орущие штуки. Давайте не надо. Да, вот так вот. Эти они. Ого. Здесь мы разобрались. Что у нас тут дальше? Хороший удар. Похилиться надо. Курага 12. Третий уровень, еще и хилящий материя. Это вот прям вообще супер мощно. Пара там сам разберется со своим здоровьем. Like
Короче, надеюсь, что мы идем в правильную сторону. Как говорится, кто знает. О, мы нашли таки птичку. Мы действительно шли в правильную сторону. Ой, вопящие штуки. Не вопить. Мы не одобряем такого подхода. Так, Барретт, нет, не умирать. Мана кончилась. А, блин. Ладно. Так, хорошо. Эти штуки вообще... По ним дамаг-то проходит, я понять не могу. Где дамаг? Очень хочется узнать. Ага, все-таки проходит дамаг, ладно. Ну-ка, что, какое у них отношение ко льду? Прекрасное отношение у них ко льду, мне нравится. Я бы даже сказал, лучше всего они реагируют именно на лед. Что мы еще можем протестировать на них? Супер лед! Сейчас что такое за взрыв был? Да, давай бей его. А если попробовать на них наложить био, вот эту штуку, будет какой-то эффект оказан? Где дамаг? Барретт там же у нас умел снимать, да, эти барьеры. Может, если мы сейчас дадим ему маны? Барретт. А, там надо ему две полоски, хорошо. Ну, сейчас подождем, пока заполнится, и протестируем эту ситуацию.
Так, 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 так. Нет, не Тифа. Или Тифа. Нет. Вот, вроде бы дамаг какой-то нам носится по нему. Мы почти одну штуку эту завалили уже. А, вот и Барретта созрела эта штука. Давай попробуем. А, ни у кого из них нету. Нет смысла это использовать. Оп, наконец-то с одной штукой мы разобрали. Мы с таким трудом убили одну эту штуку, а как избивать теперь все остальные? Какие-то не очень странные штуки. Вроде бы электричество разве что наносит им какой-то дамаг. Это все очень долго и муторно. Как показала практика, это был несложный, но просто бесконечно долгий босс-файт, с которым мы разбирались, просто планомерно избивая по миллисекунде его жизни. Это просто было очень долго и нудно. Пожалуй, это самый беспонтовый босс из всех, что мы встречали. Просто берешь и расстреливаешь полгода его. Так, мы спасли одну птичку, и теперь мы можем куда-то еще добираться. Полагаю, чтобы теперь добраться до нужного нам места, необходимо спасать всех остальных птичек. Где же следующая находится? Может, имеет смысл вернуться? Вон, одна птичка наверху. Ага, ну и две птички вот наверх. Хорошо, значит, мы отправляемся сюда и пойдем наверх. Мы добрались. Хорошо. Ну что ж, за остальными птичками мы отправимся уже в следующей серии. Спасибо, что вы были со мной. Надеюсь, увидимся когда-нибудь в ближайшее время. Пока-пока.